Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Тема Марты «Жизнь на новой земле. Политическое устройство земли пятого измерения». Отец Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами поговорим о том, что собой будет представлять политическая система на земле пятого измерения. Но сначала давайте посмотрим, что кроется под самим словом «политика». Произошло оно от греческого слова «город», «государство», и в первоначальном значении под ним подразумевалось градоустройство, либо государственное устройство. Именно к этому первоначальному смыслу и сводится политика в мирах высоких измерений, а что представляет собой совет старейшин. Это политический орган, который координирует действия людей во всех областях жизни города, государства, либо планеты в целом на высшее благо всех. А во что превратили политику в трехмерном мире, вам всем хорошо известно. Во многих странах это слово стало синонимом самых грязных и преступных деяний по отношению к людям, а политические деятели нередко являются самыми крупными коррупционерами, использующими власть для достижения собственных корыстных целей, но никак не в интересах народа. Другими словами, политика в трехмерном мире из государственного органа, защищающего интересы людей, превратилась в свою противоположность, в структуру власти, контроля и подавления воли человека. И даже наличие различных политических партий, какими бы красивыми лозунгами они не прикрывались, на самом деле являются лишь их борьбой за власть. И происходит это во всем мире за редким-редким исключением. Когда вы уже знаете, что все это явилось результатом того, что на вашей планете уже давно хозяйничают захватившие власть драка рептилии и их порождение рептилоиды, которые живут совсем по другим небожественным законам, и благополучная, счастливая жизнь людей не входит в их интересы. Наоборот, их цель состоит в том, чтобы провоцировать в людях негативные энергии всех видов, что они и делают на протяжении тысячелетий. Но когда Земля перейдет на новый уровень своего развития, где уже не будет места этим темным энергиям, такое понятие, как политика, обретет свой первоначальный смысл, а политические деятели станут теми самыми старейшинами, которые мудрой рукой будут направлять деятельность людей во всех областях их жизни, исходя исключительно из интересов народа и действуя во благо каждого жителя вашей планеты. Такого понятия, как коррупция, там не может быть уже в силу того, что у каждого будет все, что ему действительно необходимо. И потребности эти будут исходить от души человека, а не от его ненасытного эго. Пожалуй, политическое устройство Земли пятого измерения можно будет сравнить с общинным строем, поскольку люди станут жить общинами по интересам. И происходить это будет не по принуждению, а в результате естественного процесса в соответствии со вселенским законом притяжения, а также законом единства, который включает в себя и единство целей. Так постепенно начнут формироваться общины сельскохозяйственные, производственные, научно-исследовательские, образовательные, художественные, музыкальные, архитектурные, общины сферы услуг и многие-многие другие. Каждая из них будет выбирать совет старейшин своего государства наиболее профессионального, мудрого и уважаемого всеми представителя. Таким образом, будут формироваться новые политические структуры управления на Земле,
основными задачами которых станут гармоничное развитие общества и разумное распределение материальных благ. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Политическое устройство Земли пятого измерения». Маленькое дополнение. Вы даже не думайте, что те люди, которые сейчас, скажем так, в активации в мощнейшей, будут продолжать. Достаточно молодые, на мой взгляд, где-то от 25 до 35, 45. То есть это зрелые души. И пора к этому привыкать, что зрелая душа уже рождается такой. Потому что после 2000 года рождаются мудрые души здесь, на Земле. А мы с вами скорее создаем информационно-энергетическую среду до прихода их к управлению. С вами в весеннем чудесном восприятии новой Земли. Ближе к Земле, ближе к ее новому свежему аромату.